Девушка, назовем ее Марина, согласилась на интервью при условии, что мы не будем показывать ее лица, поскольку вопрос для нее довольно деликатный. В детстве Марину называли чебурашкой. Торчащие уши она прятала под волосами. Когда стала хорошо зарабатывать, решилась на пластику. Несмотря на все хорошие отзывы, несмотря на все рецензии, операция была сделана плохо. У меня остались шрамы. Хорошо, хоть я жива осталась. У клиники, в которой Марина делала операцию, после всех разбирательств отозвали лицензию. Девушке, можно сказать, повезло, в отличие от пациенток ряда московских клиник. Весной этого года три женщины скончались после пластических операций. Им занесли смертельную инфекцию. Эти трагедии стали поводом для ужесточения работы клиник, говорится на официальном сайте Росздравнадзора. Согласно новому приказу, учреждения медицины должны быть оснащены рентгенаппаратами, томографами и маммографами, и даже оборудованием для проведения видеозаписи. Некоторые столичные специалисты новые требования восприняли в штыки. Приказ выглядит таким образом, будто бы Минздрав лоббирует интересы каких-то крупных больниц и тех компаний, кто продает медицинское оборудование. Приказ абсолютно алогичен, потому что, прикрываясь заботой о здоровье пациентов, нам, хирургам, выставили неадекватные требования по оборудованию. К слову, алтайских врачей новые требования не напугали. Все краевые клиники, у которых есть лицензия на проведение пластической хирургии, а их 12, проверку прошли. Однако в 4 из них выявлены нарушения, которые в течение месяца необходимо устранить. Работу при этом клиники не прекратили. Медики говорят, требования ужесточили. Это правильно, ведь на кону жизнь и здоровье пациентов. Это конкурентный рынок, и цена тут тоже немаловажный фактор. Но хочется развеять мифы пациентов о том, что пластическая хирургия может быть какой-то бюджетной или там дешевой. То есть за этим гнаться абсолютно не стоит, потому что в руках не просто красота, а еще и здоровье ваше. Поэтому, возможно, да, цены где-то подрастут. По словам Инны Сковородниковой, все ее коллеги требования столичного министерства восприняли адекватно. Уверена, что подобную проверку необходимо проводить и в салонах, которые занимаются косметологией. Ведь сегодня эстетическая медицина набирает обороты, и в отличие от пластической, она более доступна. Елена Кузовкина, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости.